Здравствуйте, дорогие подписчики, с вами Конрой, и я решил возобновить линейку прохождения GTA 4 с того места, на котором мы с вами остановились. Скачал игру, поставил, вроде в принципе, как бы следующая миссия должна идти после той, на которой закончилась 10-я часть нашего с вами прохождения. Ну что ж, да, поехали к Роману, у него какие-то проблемы, ему выстрелили в живот, вроде как что-то зашили, он в больнице, надо, короче, помогать. Поэтому мы с вами не будем дожидаться, а сразу же пойдем к нему на помощь. Вот, он как раз таки тут рядом. Что же он нам скажет с вами? Энд какой-то там, что-то там. Так, мы находим его в мусорке. Что-то я не понял, что он вообще там делает. Короче, не будем читать, как обычно, это нам не нужно. По ходу дела разберемся. Найти полицейскую тачку. Что-то я, видимо, это немножко перепутал. Что-то непонятно. В общем, сейчас полицейская машина должна приехать уже. Вот она, вот она, вот она. О, не знал, что копы у нас нынче на дрифтовых тачках гоняют. Огонь. Ладно, я шучу, я сам поставил эту модельку. Ладно, забираем, значит, мою копскую машину. В этот раз она... О, ну чё, ну. Не, братан. Меня не надо стрелять. Ну, ёб твою. Походу, тут всякие настройки, хадлинги и так далее, вот тачки дрифтовые. Потому что она не по-детски дрифтит у нас. Итак. Ой, ну ё-моё, сейчас от копов уходить полчаса. Итак, я еле как ушел. Так, мы звоним Диме. Димасик. Ты клашар, что ли, вообще? Кто помнит нашу Рашу? Сейчас фургоны будем искать, в которых, в одном точнее, из которых должен быть телевизор. Или телеки, их множественное число. Фиг пойми. Да ты что дрифтуешь так, не по-детски-то прямо. FBI agent стоять, козел. Давай. В смысле? Что за баги вообще бесит меня? Какой стоять? Куда поехал-то, урод, блядь? И чё, он вообще меня не это, что ли? А, он должен был к обочине прижаться. Господи, как это важно. Давай доставать свою задницу. Fucking shit. В прошлый раз я сначала этот фургон остановил, потом дальний, который на карте на 12 часов вы видите, а потом слева, короче. И слева оказался тот, у которого есть телеки. Сейчас просто ради интереса сразу поедем, кто вот слева. Тачечка туда, короче, вот он. Это здесь должен быть, остановим его. Если так получится, что у него нет телеков, то это специально сделано, чтобы ты прям все фургоны объездил и последний остался именно с телеками, да? Ну, конечно же. Это же просто вообще жиза. Чтобы покатались по городу, вот это капец надо прям. О, где моя машина полицейская? Полис-кар. Ну и конечно же, как обычно, третий стопудово окажется с телеками. Ну да, блин, закрой дверь, а то мы сейчас взлетим, блин. Где этот говнюк находится? Блин. Короче, надо модельку эту убирать. Это она вообще не едет, только дрифтует. А мне дрифт не нужен. Вот досада сверху находится, твою мать. Как мне на тебя добраться-то, козел черножопый? Сворачивается, привет. Ладно. Едем.
Ё-моё, передача переключает и тупо дрифтует, а. Ну, для любителей, конечно, эта моделька очень даже понравится. Любит дрифтовать. На данный момент я не хочу дрифтовать, я хочу просто спокойно доехать. Я еще по крышке лопнуть на задней. Давай, поехали. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Почему супер моя пропала? Обязательно на купецкой надо. Оп-оп-оп-оп, все стоит. Стой, говно. Прижимайся к обочине речи, да? Ну да, двое вот у них как раз телеки. Сейчас мы одного кокнем, что он начнет уезживаться. Кенни Петрович! Ну вот это да, конечно. Че, вообще охренел, что ли? Говно. Рендель вонючий. Так, фургон еще тазит. Ну, я уже думал, все. Ладненько. Фургон как из пятой GTA. Беленький. Кто помнит, ставим лайк. Кто вообще играл в GTA 5, проходил в начале за Франклина. Кореш у него такой есть. С собакой. С чопом. Который потом собаку тебе отдает. На таком же белом фургоне гоняли чувака какого-то, крали. В общем, было дело, не без греха. Куда ты едешь, а? Ради трех плазм ты беспонтовых, а? Просто прискорбно. Я так привык к управлению пятой GTA, что прям вообще... тяжелое управление. Так, все, паркуем эту шляпу. Нанопина, что это такое? Так, все, отлично. Mission complete. Ну что ж, замечательно, вот мы с вами и прошли. Ставим лайки, подписываемся и сразу же бежим на следующую серию, потому что она уже, наверное, скорее всего, выложена. Пока-пока!